Это Джекман, начальник патруля паровозиков. Присоединяйся к его команде, возьми ситуацию под контроль, приготовься к действию. Уилсон и его друзья Коха и Брюстер на большой скорости обходят поворот. Вдруг они со скрипом останавливаются. О нет! Из-за упавшего дерева Гаррисон сошел с рельсов. Повсюду раскиданы бревна. Как хорошо, что патруль паровозиков рядом. Они всегда готовы прийти на помощь. Ты готов к своему первому заданию патруля паровозиков? Перемести бревна, чтобы очистить путь. Хорошая работа! Ты выиграл значок «Чистка». Вот Гаррисон опять стоит на рельсах. Уилсон, Брюстер и Коко возвращаются в депо. Самое время для повышения квалификации. Хенза приглашает Коко присоединиться к скоростному паровозику. Брюстер присоединяется к команде инженеров Чаггингтона, Заку, Флетч и Тайн. Уилсон становится учеником патруля паровозиков. Он подключается к патрулю паровозиков 1. Патруль паровозиков, ты готов к действию? Испытание «Поймай красные вагоны». Здорово! Фантастика! Превосходная работа! Ты выиграл значок «Спасатель вагонов». В то время как Уилсон играет с патрулем паровозиков 1, Коко и Брюстер исследуют шахту Рокки Ридж. Ух ты! Ты слышал этот сильный грохот? Осторожно! Камни падают на рельсы! Коко едет слишком быстро. Она ударяется о скалу. Авария! О нет! Коко в беде! Патруль паровозиков... Ты готов прийти на помощь? Свет, пожалуйста, нажми на Брюстера. Отлично, введи в действие патруль паровозиков 1. Помоги Уилсону вытянуть Коко в безопасное положение. Это было так близко! Молодец! Ты выиграл значок «Горно-спасательная бригада». Отчет. Ученики в безопасности, но они очень сильно вымазались, а Уилсон вел себя очень смело. Из него выйдет отличный патрульный паровозиков. Самое время помыться. Если ты хочешь быть в команде патруля паровозиков, ты должен быть чистым и опрятным. Патруль паровозиков, ты готов к действию? Нажми на мойку паровозиков, чтобы помыть паровозики.
Очень хорошая работа. Пора сушиться. Отлично выглядит. Ты выиграл значок «Мойка паровозиков». Уилсон совершает осмотр главной станции патруля паровозиков. Тут столько классного снаряжения. Он отправляется на шахту Рокки Ридж на обучение. Это отличное место для запуска вспышек. Вспышки выглядят круто, как фейерверк, но они и такие же опасные. Патруль паровозиков, давай научимся, как безопасно пользоваться вспышками. Осторожно, будет очень громко. Испытание. Нажимай на светящуюся кнопку, чтобы запустить правильную вспышку. Молодец! Красный цвет означает бедствие. Хорошая работа. Оранжевый цвет означает опасность. Превосходно! Белые огни освещают площадь. Фантастика! Ты выиграл значок «Цветные вспышки». Ну а теперь запусти еще пару вспышек. В лесу инженеры показывают Брюстеру, как прокладывать путь. Инженер Флетч копает землю. Брюстер затем выравнивает землю. Тайн прокладывает путь из рельсов. После этого Зак сваривает все вместе. Ты никогда не увидишь ни одной трещины. А ну-ка, давай поможем инженерам. Во-первых, помоги Флетчу выкопать землю. Хорошая работа. Теперь помоги Брюстеру выровнять землю. Отлично. Давай поможем Тайн проложить путь. Просто фантастика. Давай поможем Заку сварить рельсы. Отличнейшая работа. Ты выиграл значок «Укладка пути». Хензо учит Коко, как стать высокоскоростным паровозиком. Он показывает ей, когда нужно открывать двери и что нужно говорить пассажирам. Коко внимательно наблюдает. Скоростным паровозикам понадобится превосходный контроль, плавное торможение и экстремальная скорость. Давайте покажем Коко, как это делается. Ты готов? Нажимай на мигающий знак остановки, чтобы замедлить Коко по времени. Превосходно! Давай повторим. Отлично! А ну-ка еще разок. Ждет Эмери. Эмери опаздывает.
поэтому он спешит через длинный тоннель. Путь затоплен. Эмери нужно быть очень осторожным. Эмери не нравится, когда промокают его колеса. Выехав из тоннеля, он мчится вниз. О нет, у Эмери отказывают тормоза. Испытание — немедленное спасение. Патруль паровозиков! Помоги Эмери, убери помехи с его пути. Могла бы произойти катастрофа. Ты выиграл значок «Спасатель паровозиков». Хенза озадачен. Эмери всегда приезжает вовремя. Тревога! Внимание! Пропал паровозик! Уилсон ищет Эмери в лесу. Он запускает в воздух вспышку. Эмери дует в гудок. Уилсон следует за шумом. Это Эмери! Патруль паровозиков 1 не может до него дотянуться. Нам нужен патруль паровозиков 4 с растягивающимся краном. Ты готов спасать? Испытание. Введи в действие патруль паровозиков 4. Приступаем к работе. Нажимай и удерживай мигающие кнопки, чтобы переместить кран. Теперь опустите лапу крана. Давай поставим Эмери назад на рельсы. Давай его аккуратно опустим. Отличная работа, патрульный паровозиков. Ты выиграл значок «Подъемник-спасатель». Уилсон не может дождаться, чтобы рассказать Коко и Брюстеру о происшествии. Он думает, что быть патрульным паровозиков очень круто. Мы патруль паровозиков, и у нас все под контролем. Ну и денек сегодня выдался. Уилсон громко зевает. Даже патрульные паровозиков должны спать. Отбой! Не забудь выключить все огни. Ты выиграл значок «Ночной дозор».